моя велика. Я хочу быть выше, там, где дух твой дышит, где присутствие твое. Твой дух во мне течет, любовь свою несет. Перед твоим троном я склонюсь. Мы к тебе воззовем, Дух Святой, мы тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к тебе воззовем, руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Ты боль всю исцелил, во благо обратил, ты подвиг на кресте совершил. Все слезы сосчитал, мой страх навек собрал, Сын Божий на кресте совсем стал. Взял мою вину, тобою лишь живу, грех мира ты распял на кресте. Святая кровь твоя очистила меня, ты искупил и оправдал меня. Мы к тебе воззовем, Дух Святой, мы тебе.
наш разум, Господь. Пусть наша жизнь будет доверена Тебе, Господь. Пусть Ты действуешь в ней, Господь. Пусть в нашей жизни будет Твой контроль, Твое могущество, Господь. Пусть в нашей жизни будет Твоя любовь, Господь. Пусть там будет Твоя мудрость, Господь. Пусть там будет наше призвание в Тебе, Господь. Просто благослови, Господи, благослови. Мы Тебя благодарим за все. Просто давайте поблагодарим Бога за все, что Он дает в нашей жизни, Господь. Даже за какие-то трудности, которые делают нас сильнее. Даже за каких-то не очень хороших людей в нашей жизни, Господь, которые делают нас сильнее, Господь. Давайте поблагодарим за нашу семью, за наших родных, за наших друзей, Господь, которых Ты доверяешь в нашу жизнь, Господь. Просто поняла, что Господь реально доверяет людей в нашу жизнь. То есть Он дает нам людей, чтобы мы о них заботились. Чтобы мы носили их на руках, как так сказать. Чтобы мы давали им свою любовь. Просто Господь реально доверяет нам наших друзей, наших знакомых, нашу семью. И пусть просто Господь проявляет свою любовь через нас к этим людям.